Подписывайтесь на мой канал о творчестве, а также о том, как можно в 45 лет круто изменить свою жизнь. А сегодня я расскажу и покажу вам, как я была моделью на уроке живописи. Вот здесь сегодня меня будут рисовать. Мне нравится вот здесь вот дубовая веточка в волосах скульптуры. И даже желудь есть. Как это мило. Друзья, напишите, на каком рисунке я получилась наиболее реалистично, какой из портретов отражает меня в полной мере. Конечно, это еще не законченный портрет, точнее, портрет это только лицо, а здесь полностью фигура. Но после доработки, а у нас еще предстоит 4 занятия впереди, все встанет на свои места. Буду ждать с нетерпением ваших оценок работ. Какая работа, на ваш взгляд, получилась наиболее реалистичным и больше всего похожа на меня? Пишите, буду очень сильно ждать ваше мнение и посмотрим, совпадет ли оно с моим. Желаю вам замечательных выходных, а также прекрасной творческой недели. И до встречи на моем канале. С вами ваша Светлана Белоусова. Может делать выставку, где ему предложат.